Скорбная весть. Менее 3 часов назад стало известно, что ушел из жизни народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий. Известный композитор, автор сотен популярных хитов и любимых песен, в том числе «Колыханки», а также классических симфоний, музыки для спектаклей и кинофильмов. Его песня «Так пришла к нам победа» ежегодно исполняется 9 мая. Успел поработать он и с главной драматической сценой страны – Купаловским театром. Эдуард Борисович стал одним из самых молодых членов Союза композиторов Беларуси в возрасте 20 лет. К эстрадному жанру пришел еще в консерватории. Последние годы переключился на музыку для детей. Маэстро часто видели в жюри престижных музыкальных конкурсов, в том числе и национального отборочного тура детского Евровидения. Композитора не стало на 73-м году жизни.